ТОКС Тимирязевского района провели модернизацию. Мукомольный комбинат вошел в число проектов карты индустриализации страны. Всего в Северном Казахстане таких 39. Подробности в материале, подготовленном журналистами телеканала «Казахстан Петропавл». ТО «КС» входит в число самых крупных перерабатывающих предприятий области. За последние годы его активы увеличились в несколько раз. Значительно вырос объем производства и экспортные возможности. Активно внедряются инновационные методы работы. Одним из показателей является модернизация мукомольного комбината. Руководство и коллектив ТО с этим значимым событием поздравил аким Тимирязевского района Еркин Базарханов. Необходимо отметить, что обеспечение продовольственной безопасности страны является одной из самых важных стратегических целей правительства. И как подчеркнул глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, Казахстан активно интегрируется в мировое сообщество, становится одним из основных игроков по поставке продовольствия на мировой рынок, что подтверждает модернизацию данного предприятия. Хочется пожелать коллективу данного предприятия дальнейшего производственных успехов, технологического развития, достижения намеченных целей на благо процветания Республики Казахстан. Штат работников ТО на данный момент насчитывает 130 человек. Теперь с приобретением нового оборудования открыто еще около 100 рабочих мест. Производственная деятельность предприятия оказывает положительную динамику на экономическое состояние всего района. Наша заявка была принята благодаря аким области Ирхам Хамзиновича. Он поблагодарил и дал высокую оценку нашим предприятиям, потому что он у нас был, видел. Я еще раз хочу всех поздравить открытием такого крупного предприятия. Хочу поздравить своих коллег, своих сотрудников, благодаря им. Это было короткое время сдано. Конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом. У нас планов еще много. Модернизация мукомольного комбината, без сомнения, положительно отразилась на производственной мощности. Если раньше предприятие производило 600 тонн муки в сутки, то с приобретением современного оборудования эта цифра выросла в два раза. Нам забивают мешки, мы их забиваем отрубями и уносим в склад. Потом подают вагоны, и мы грузим их вагоны. Раньше мы большую часть делали вручную. Благодаря тому, что провели модернизацию техники, нам стало легче работать. Важным событием для коллектива ТО «КС» стало подписание меморандума о сотрудничестве предприятия с акиматом Тимирязевского района в обеспечении внутреннего рынка мукой и стабилизации цен на нее. Развитый аграрный сектор – это гарантия успешного будущего Казахстана. Продукция ТО «КС» экспортируется в страны ближнего зарубежья. Предприятие успешно работает в конкурентной среде и сегодня входит в число самых крупных перерабатывающих предприятий республики.